в самом разгаре отборочный тур турнира по настольному теннису в парном разряде. Турнир ТТ Плей. Идет отборочный тур. Яковлев Сергей, Федоров Арина, Тюхлов Игорь, Фомченко Антон. Вот такое противостояние. Жесть. Здесь у нас Марковский Евгений, Лимарковский и Александров Леонид в команде против Никонова Павла и Жилкина Владимира. Очень сложный матч. Жесть вообще. Что творят ребята? Перенесемся к этому столику. А, здесь у нас известнейшие бойцы команды «Авангард». Одна из самых высших лиг Санкт-Петербурга. Фролов Иван и Зилипукин Андрей против Некрашенко Алексея, мастера подрезки, и Романова Романа Романовича. Ай-яй-яй! Известнейший клич Фролова «Иди сюда» означает, что Ваня выиграл очко. Хорош! О! Иди сюда, Коля! Какой навесной топ в исполнении Романова Романа был выполнен. И Андрей Зилипукин просто не смог обработать мяч и проиграл. Это очень важное очко. Иван негодует. Но Иван, мы знаем из предыдущих видео, что у Ивана не дорабатывают накладки. Сложнейшую подачу выполняет Иван Фролов. И Романов Роман ошибается на приеме. Иди сюда! И Ваня с Андреем одерживают победу в этом сложнейшем матче. Давайте мы спросим у Ивана Фролова, как... Иван, как удалось удержать такую подачу? За счет подачи, считаю. Да якорь команды, блин, косячил. Андрей... Якорь не смог. Он не вошел в игру еще. Андрей, почему Иван Фролов опоздал на разминку, а более сырым выглядите вы, Андрей? Я вчера болел за Бельгию. Понял. На матч. Понял. Эти парни из топ-спина. Молодцы. Так, что еще? Вот здесь продолжается матч.